Такая кровать, мы имеем с двух сторон ограждения, видите, они снимаются, если нужны. Сверху вот дуга у нас для подтягивания пациента. Значит, сейчас покажем тормоза, фиксируется. Нет, ну, в общем, на себя надо вот эту штучку. Так, вот, она катается, так. Ну, ушли с рамка, назад туда. Так, а сейчас зафиксировали. Нажмите. Все, вот она стала, затормозилась коляска. Значит, подъем здесь редукторный. Здесь кровать регулируется по высоте. Вот таким образом мы можем ее поднять, либо опустить. Так, ну и также она опускается в обратную сторону, когда крутим. Так, все, хорошо. А сейчас посадите больного. Ручку эту утопите, мешать будет. Так, есть. Все, и сейчас вот сидячее положение. Вот так вот, сидячее положение. Сидячее до конца, покажу, насколько наклон спинки. Еще, пожалуйста, сидячее. Что, не хочет дальше крутиться?